«Что год грядущий нам готовит?» – спросили нейросеть. И вот ее ответ с точки зрения астрологии. Многие из нас смогут добиться успеха в карьере, улучшить материальное положение и укрепить связи с влиятельными людьми. Однако будьте осторожны, предостерегает искусственный интеллект. В 2024 году велика вероятность зависти и недружелюбных действий со стороны окружающих. Также мы попросили нейросеть дать рекомендации каждому знаку зодиака на следующий год и выделить 5 самых удачных дней. Даты, когда нужно ловить удачу за хвост, вы увидите на экране. А советы мы озвучим. Овен. Смело иди за своими мечтами, даже если они кажутся невероятными. В этом году у тебя будет много возможностей для роста и развития, но только если ты веришь в себя и не боишься рисковать. Телец. Не бойся изменить свою жизнь и выйти из зоны комфорта. В этом году тебе предстоит много новых вызовов, но ты готов к ним и сможешь преодолеть все трудности. Близнецы. Будь открытым для новых возможностей и будь готов к переменам. В этом году тебе предстоит много путешествовать и встречать новых людей, что поможет расширить горизонты и найти новые идеи. Рак. Не бойся проявлять свою эмоциональную сторону и быть уязвимым. В этом году тебе предстоит много работать над своими отношениями и найти баланс между личной жизнью и карьерой. Лев. Верь в свои силы. И не бойся быть лидером. В этом году тебе предстоит много достижений и побед, но только если ты будешь действовать с уверенностью и не оглядываться на мнение других. Дева. Труд и упорство – твои лучшие друзья. В этом году не бойся ставить перед собой высокие цели и работать над их достижением. Будь терпеливым и настойчивым, и ты обязательно добьешься успеха во всех своих начинаниях. Весы. Не бойся принимать сложные решения и делать выбор. В этом году тебе предстоит много работать над своими отношениями и найти баланс между личной жизнью и карьерой. Скорпион. Ищи новые возможности и не бойся рисковать. Твоя сила и решительность помогут тебе достичь успеха и счастья в жизни. Стрелец. Твой путь – это твое предназначение. В этом году иди по нему смело и настойчиво, не оглядываясь на мнение других. Не бойся быть собой, ведь именно это поможет тебе достичь успеха и счастья в жизни. Козерог. Будь настойчивым и целеустремленным. В этом году тебе предстоит много работать над своими целями и достичь успеха только через труд и упорство. Водолей. Твой ум – твоя суперсила. В этом году используй его на полную мощность, чтобы достичь своих целей и преодолеть все трудности. Не бойся быть необычным и искать новые пути, ведь именно они приведут тебя к успеху. Рыбы. Не бойся идти против течения и быть не таким, как все. Твоя интуиция и креативность помогут тебе достичь успеха и счастья в жизни. «Комсомольская правда» и «Гигачат» желают всем нашим зрителям, независимо от их знака зодиака, счастливого Нового года. Пусть ваши мечты сбудутся!